Чеченские и абхазские власти намерены расширить двустороннее сотрудничество. Это укрепление торгово-экономических и культурных связей, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, образования, спорта и воспитания молодежи. В Грозном председатель правительства Чечни Одес Байсултанов и сухумский премьер Сергей Шамба подписали протокол о намерениях. Багабш и Кадыров на 65-й годовщине. Фашизм еще жив, и против фашизма надо еще продолжать бороться. И мы будем бороться.